Ребят, для тех, у кого не работает YouTube, у нас есть группа ВК, где также выходят ролики и шорты, которые выгружаются на YouTube. Приятного просмотра. Всем здравствуйте, ребят. Сегодня мы играем за грязюку. Билдик у нас вот такой вот. Вначале я его уже показал. В общем, в чем суть? Мы должны на сундучках спалить какого-то сурва. Да. И, собственно, после этого сразу телепортироваться в шкафчик. Вот так вот. Собственно. Я считаю, билд реализован. Спасибо всем за просмотр. Так. Хорошо. Мы на сундуках палим. Когда какой-то чувак проходит. Вот. А дальше мы просто телепортируемся в шкаф и пытаемся достать из шкафчика. Начало шедевр. Пока что начало шедевр. Хорошо. Если здесь палеточка, нужно выбить. Замечательно. Играем. Хорош. Ай, зараза. Сюда. Пинг 78, кстати. Ну, не так все страшно. А ты что тут забыл? Хорош. Еще минус палета. Поднимаем. Дядь, ну это странно. Ну давай обойдем, ладно. Хорошо. Я вообще думал, что этого сурва фонарь, а оказалось, что флешка. Ну окей. Ну окей. Дружочек, сюда. Я за тобой. Окей, раз ты так хочешь, я пойду за тобой. Палеточку воды? Не хочет палеточку отдавать. Ля, ты посмотри, что вытворяют. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть бы подождала, она бы закрывала. И попалась бы. Просто чуть-чуть.
Это да. Ну, четвертый по весу, с учетом того, что у нас нет ничего против Генраша. Это замечательный исход. Привет, друг. Я сказал, что я за тобой приду. Сюда. Палетчика вырубаем. И повесик делаем. Вот я не мог сразу на этот шкафчик полететь почему-то. Я хотел. Я бы тогда просто чувака достал. Из шкафчика. Ну это ошибка была. У нее пинг что ли сильный такой? 84. Не так уж прям критично. Ну ладно, пойдет. Давай сюда. Я думал, что здесь лечились. А оказывается, что нет. Ладно. Так, хорошо. Эх. Я думал, прочитаю прям хорошечно. Я вроде как успеваю. Не успел. Но палец снизу нет, мы ее выбили. Ах ты засранец, успел. Нехорошо. Ну ладно, мы еще лататься, поэтому мы переагрились. Неправильно сейчас делаю, неправильно. Хорошо. Так. Плюс по вес Ады. Еще и орешек был. Ты посмотри. Ну хорош. Подождал. Интересный персонаж. Что? Что за мувы? Что я начал делать? Это очень странно сейчас было. Очень странно. Хорошо починили генчик. А, так у них вообще все схвачено получается.
Привет, друг. Это просто... Все, дружочек, закончилась игра. Но это было тяжело. Окей, они почти вычислили все генчики. Неплохая карточка. Жалко только один раз мы подловили, и у нас двух перков, считай, не было разбить надежды Пентимента. Это жалко. А так пойдет. А так пойдет. Такс. Вот он, дружочек. Элементы. Я не буду ждать. Лучше еще одну скатать за это время. Вот это странная конструкция. Палета, за ней окно. Не помню, чтобы такого спавнилось. Вот что-то интересное. Это что-то очень интересное. ГГшечка. GG. Что ему не нравится? Давай подождем. А, нет, он просто написал и вышел. Зачем так делать? Эх.